Это и вот мы пришли в Квик наконец-то, но мы здесь не будем кушать уже. И вот здесь почему-то сегодня мало народу, да? Обычно много, а сегодня немного. Ну вот только Алис мороженое будет опять кушать какое-то. Сейчас она придет, наверное. Она уже пошла играть вон в горке. И вот здесь такой детский этот, детская площадка в подвале. Вот это мороженое Ешка может его поглощать просто бесконечно, по-моему, да? А здесь ванильное мороженое с какой-то с клубничным вареньем. Вкусное хоть, Алис? Вкусно? Везде дети, что такое? Везде дети. Беги, не бойся. Вон она в дырочках. Ку-ку. Ты чего тут спряталась? Ты спряталась? Я не могу сюда, моя хорошая. Я сюда не влезу. Ну тут и мальчики, и девочки. Полезай наверх вон туда. Полезай, не бойся. Давай. Вот так. В аквариуме. Мороженое свое будешь? Это для кофе, моя палочка. Мешать кофе, са. Хочешь или нет? Хочешь что? Хочешь мороженое еще? Еще одна. Не очень little pony. Оптипюгонка, мам. И главное, вот вам центр Европы. Посмотрите-ка. Дети всех цветов радуги. Посмотри. Есть китайские или корейские дети. Есть черненькие. И европейских в меньшинстве. И всякие разные. Ну вот куда такой здоровенный полез в детский город? Да вообще малышки. Вот тут рядышком в платочке тетеньки сидят. От этого света все зеленые. Жюстин, у тебя лицо зеленое. Потому что листик на потолке, видишь? Зеленый. Смотри, лампа через зеленый листик светит. Это что такое? Вот. Сливки на палочке. А, печенька. И печенька. А печенька что? Ну печеньку съешь. Мальчик нет. Мальчик что? Мальчик нет. Не узнала? Он тебя знает, разве мальчик? Как он тебя узнал? Он тебя первый раз видит, Алис. А ты думаешь, он тебя не узнал из-за заколочек? А, Алис? Нет. Нет? Она сейчас... Жюстин, мы когда она пошла в туалет, я ей говорю, сюда не ходи, это для мальчиков. Она говорит, а, ну это когда я буду мальчик. Там Макдональдс. Это другая сторона галереи Сан-Ламберт. Здесь тоже площадь, но здесь не пешеходная. Пицца Хат. Ромаш пицца. Птичку поймать не получится, они слишком быстро летают. Мы же не умеем летать. О, с 29 апреля по 7 мая. Еще завтра и послезавтра. 4 дня скидки. Вот почему еще столько народу. У них здесь скидки 4 дня межсезонные. Все понятно тогда. Ну да, сольды. Алис, Алис, вон туда. Алис. Там тоже есть гули. Пошли, там другие есть, Алис. Опять улетела. Улетела гуля, да. Помаши, пока, гуля. Пойдем, там еще будут другие. Пошли. Конечно. Много. И много, и мало. Будет много еще. Да? Беги, здесь нет машин больше. Магазины закрылись, и народу стало поменьше. Но все равно. Кудряшки прыгают. Кудряшки прыгают. Здесь рядом молодежный район Каре со всякими кафе.
И там молодежь сидит все вечера. Там живая музыка, и они там будут веселяться. Поэтому все равно много народу. Здесь тоже начинается каре. Мне нравится, когда ты сказала, ты сейчас еще кому-то прилетит. Ну, в кого-нибудь еще влетит. Посмотри, красота, пусто. Вот сейчас хорошо, вот сейчас приятно гулять уже более-менее. Ну, правда, все грязно после народу, урны все полные. Клерс уже закрыт, ага. Попрыгушка. Опять плохо видно, катедраль. То было много народу, а сейчас уже темно. Ну, вот так немножко. Молодец, браво. Вот откуда столько энергии. Ходила 2 часа по городу, по улицам. Играла в квики на горках. И еще бегает и прыгает здесь все равно. У тебя батарейки еще не сели, Алис? Нет? Хорошо. Давай. У куклы. У куклы-то сели, а у тебя вот нет. У мамы уже сели. А как гусеть? Как гусеть? Как кто? Гусеть. Кузнечик. А, как кузнечик, да. Побегать еще. Ну давай. Разряжаем батарейки до конца. Чтобы уже в машине уснуть. У Алисы родился маленький динозавр. Кто это у тебя такой родился розовый? Ой, какой розовый у тебя ребеночек красивый. Ты чего его уронила? Давай мне. Я его пожалею. Давай, бедненький. Упал, бедненький, да? Он устал, его пора укладывать спать, Алис. Поехали. Не упади спать здесь. Посидим до конца. Да? Ну, пусть посидит на скамеечке. Ему тоже сок попить. Смотри, какие его каски. Смотри, он плачет. Плачет? Нет, он не плачет. Смотри, какие его каски. Красивые. Вижу, красивые. Он плачет. Нет, но он уже не плачет. Да, он отдохнул немножко, уже не плачет. О, какая собачка. Большая собачка. Ага, голубь опять. Ну все, голубь, берегись. Охотница пришла. Улетел. Не поймала опять. Ай-яй-яй.